Президент Украины Владимир Зеленский пытался назначить пожизненную стипендию своему отцу, заведующему кафедрой Криворожского экономического института Александру Зеленскому. Об этом четверг, 3 сентября, сообщает СМИ. Правительством был внесен проект президентского указа о присвоении пожизненной государственной стипендии 5 выдающимся деятелям образования старше 70 лет, в том числе Александру Зеленскому. Размер выплат составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утратившихся трудоспособность, то есть 2500 гривен. Кабинет министров снял вопрос с повестки. В декабре прошлого года Александр Зеленский назвал тупой биомассой людей, критикующей его сына. Позже он пояснил, что высказался на эмоциях и не хотел никого обидеть.